Небольшая прошлогодняя тушка бобра осталась. Сейчас буду ее разрезать, мыть и попробую с ней сделать тушенку. Половина бобра. Без ребров. Ребра отрезаны. Задняя часть передняя. А, и ноги, по-моему, передние отрезаны. Ну, такая частичка небольшая. Литра два выйдет. Ну вот, получилось примерно 2 кг мяса. Сейчас будем в баночки закладывать маринад. Короче, вот на вот такие вот банки, на литровые. Короче, кинул по 2 лавровых листа, 3 душистых перчика и по 15 маленьких. И теперь соль сыпну. По 2 чайных ложечки. Один. Даже, наверное, дохуя будет. По одной. Насыплю по одной, ребятки. Второй. Все, теперь закладываю мясо. Вот получилось 2 баночки вот таких вот. Столовую ложку по сравнению. И, короче, еще, ребятки, я решил все-таки туда по полложечки чайный сахар. А это, чайные ложечки соли насыпать. Еще, короче, я туда долил 50 мл водички. Кипяченой. И сейчас буду крышечками вот так закрывать, но не закручивать. Просто одеваю крышки и все. Ставлю противень, газ-плиту, включаю газ на все и жду, когда они закипят. Как закипят, я тогда хуякс, убавляю газ и буду тушить их 5 часов. Покажу, что будет происходить дальше. Поджег газ. Сейчас ставим сюда противень. Вот так. И ставим баночки. Вот так вот ставим. А один банка. И ставим вторую банку. Так вот можно сделать. Так вот мы сейчас поставили. И закрываем баночку. Что-то, ребятки, чересчур выкипает. Слушай, в той банке вообще мало. А, она треснула, блядь, та банка, прикинь. Ёб твою мать. Есть и нельзя будет, наверное, да? Уже кипит во все. Почему-то открыл, оно пролилось. Ладненько, закрываю. А, убавить надо газ. Вот так. Все. Сейчас скажу, сколько времени у нас. 14:21. 30 минут грело, чтоб закипеть. Итак, из 2 1 баночка осталась. В общем-то, вот такие вот дела. Кипить, выкипать помаленьку. Да. Мы, конечно же, уже попробовали. Получилось вкусно. Офигенное мягкое мясо. Короче, сюда можно добавить сало, свиного, чтобы сверху было. Ножок вообще офигенно жуется, прям вкуснятина. Вот. Рассольчик надо было, чтобы не сильно выкипал. Все, всем пока.